Пришлось немножко посмотреть, ребятушки, рекламу. Так, где у нас тут? Чтобы его добить. Вот, и, конечно, мы кучу денег заработаем сейчас. Так, а что у меня там получается? Мне дали... А, да, смотри. Сейчас еще подлечусь вот этой штучкой своей. Ой, хорошо, так надо всегда делать. Почему нет? Рекламу-то дают смотреть каждые 5 секунд. Такие вот, на, посмотри рекламу, на, посмотри рекламу. А так мы рекламу посмотрели, это большую-большую пользу для себя. Во, лишь 2500 монет. Главное, вот сейчас мы реально очень много стали зарабатывать на вот этих боссах. Смотри, сейчас 2450. И сколько будет сейчас следующий? У нас 2450, 2600. 200 монет дают уже за танк. 200 монет. Так, ладно. Так, ух ты, чуть-чуть меня задел, но ничего страшного. Нифига себе, 200 монет. Сейчас мы здесь встанем. И попробуем. Раз. Тихо. Два. Два. Три. Нифига, я в него не попадаю. На, получай. Гаденыш, а, какой ты. А, гадкий танк. Вертушка. Раз. Два. Три. Еще один удар. Четыре. Есть. 600. 800. Да, по 200 монет дают. Так, и вот это, если меня уничтожу, у меня вообще будет 1000. Просто так, халявная 1000. Халявная 1000. Ой. Давайте также здесь встанем. Он сейчас подлетит, надеюсь, тут подальше. А нифига. Подальше он не отлетает. Да, ё-моё. Все собрал. Бомбочки. Ай. На. Мимо. К сожалению. Ладно, сейчас еще раз попробуем так. Опа. Держи. Держи, фашист, гранату. Держи, фашист, гранату. О. Смотри, я даже этот. Он меня даже ни разу не стрельнул. Опа, готов. И последний удар тебе. Нет. Ладно, сейчас сделаем. Оп, готов. 3000 монет, ты видел? Так, сейчас у меня лазерная пасть едет. Сейчас ее нужно будет щелкнуть. А ну-ка, мы сейчас вот так сделаем. Да-да-да-да-да-да-да. О. Так, подожди, я же стрелял, попадал. О, попадает. Давайте, быстренько, пожалуйста. Нет. Вонючка, нет, меня прям... Нет, еще один удар, и все, я умру. Ай-яй-яй-яй. Давай. Мне нужно его уничтожить, ребята, вообще. Только так, только в путь. Есть. Еще пару ударчиков. Ну, почему... Что ж так медленно ты перезаряжаешься-то, а? Что ж ты так медленно перезаряжаешься, Титан, вонючка? Давай, еще один удар. Есть. О, хорошо. Да, здоровья вообще мало у нас. Ой, здоровья мало. Ну, удар грома я не уничтожу. Он мне сейчас подойдет. Один удар сделает и уничтожить. О, все, видишь. Один выстрел, и он меня уничтожил. Угу. Эх, ну, 2300 монет мы заработали. Офигеть, это вообще рекорд. Столько я ни разу не зарабатывал. Давайте поиграем один на один. И я выберу своего маленького Джокера. Да. И куплю ему вот такую вот пасть. А, все, купил. Да. А, нет, не купил. Вот так надо было нажать и купил. Вот теперь купил. Угу. Еще я его улучшу. И еще. Два раза улучшили. Мне не жалко. И что мне здесь можно взять? А, вот эту штучку еще улучшить. Все. Напал. Поехали зарабатывать монетки на Джокере. Вот, хотел я купить эту наклеечку. Я купил. Теперь едем аккуратненько. Стреляем. Во! На-на-на-на-на-на-на-на-на. Получаю. У меня много. У меня очень-очень-очень скорострельность. Очень большая скорострельность, чувак. Очень большая скорострельность. И вообще он не ожидал вообще такой мощи от меня. Угу. Ну, я думаю, можно открыть сундучок. Да. Что же в этом сундучке будет?
Ух ты, 2 самоцвета мне дали, и 18 монеток. Ладно, давай 2 на 2, берем нашего Джокера, я играю за Джокера, мне нравится Джокер. Ух ты, какие танки, ребятушки. А у нас танки попроще. Танки наши попроще, но зато у меня стреляет очень быстро. Очень быстро стреляет танк. Так, давайте сразу напальмчик вам. Есть, победа, победили. Офигеть, а что так быстро? А что такая быстрая победа? Я даже ничего не понял. Ладно. Очень-очень-очень-очень быстро все произошло. Ну что ж, поехали. Поехали. Это мне напал, мне кажется, помог тогда. Угу. Опа. Напалм, ребята, напалм. Вам нужен напалм. Так, а ну-ка. Да. Давай его. Мочи их. Дружище, мочи этих чуваков. Молодец. Просто молодец. Подполковника дали. Угу. Хорошо. Так, еще нужна одна звезда. Чтобы нам, ребята, открыть. А, сундучок. Все, поехали. Поехали. Против этих дурочков поиграем. И я делаю сразу напалм вас. Напалм на них. Вот так. Давай, стреляем. Есть, я не вижу даже, куда стрелять. Куда я там стреляю? Там стреляет вообще не так и сяк. Так, а что, мы его убили, что ли, этого друга? Нет. А где он вообще? Где он спрятался-то, я не понял. Ага. Походу убили. А почему не написано было, что убили? Наконец-то сундучок. Открываем сундучок. Ничего нету интересного. Ладно, дальше играем. Угу. Покемены какие-то с нами играют. Ладно. Поехали. Натуре, смотри. Тихо. Напалм вам сразу. Ой. О, кто-то кинул. Лечилку, наверное, вот этот чувак, мой друг. Ладно, подлечились. Едем дальше. О, на. У меня много ракеток. На, держи. Ух ты! Ах, убили у меня! Да ё-моё, давайте там! Ещё стреляем! Да как ты так вообще, а? Ничья-то, ёлки-палки! Ладненько, давайте ещё раз попробуем. Блин, жалко, что ничья была. Так бы звёздочку получили мы. Да чё, жалко было... Ну, дурачки, точно, блин. Им жалко было звёздочку нам дать. Так, ух ты! Ты мне ещё перевернись! Чё с тобой, Джокер, а? Мы Джокера улучшили, он какой-то... Странно себя ведет. О, он напал. У меня такого добра полно. Так, есть, одного уничтожили, слушай. Где там? Ага, вот он, смотри, стоит. Тихо. Вот у меня очень резкий танк вообще. Очень резкий танк. А чё это? А где мой друг, слушай? Вот он. Где они? Они где, что-то прятались или что, прячутся, что ли? Непонятно. Есть, первая звезда. Угу. Поехали дальше зарабатывать звезды. Ух ты, такой же Джокер, как я. Угу. Фиге, Джокер против Джокера. Тут у нас еще такой базовый танк стоит маленький. Так, стоим, ждем. Так, сразу напалм. Вот, напалм мой и сработал. Все-таки мы его улучшили. Не просто так, ребята. Давайте дальше. И сейчас, я надеюсь, мы откроем этот сундук. 2 титана. Это сила. А у нас 2 таких вот сереньких чувака. Ёлки-палки. Стоим здесь. Такое-то побежало. Ладно, давайте сразу мы... Я напалмом подщелкаю. Чтобы они никуда не убежали. О, они еще, смотри, хилятся, смотри, а, гады. На, получай. Есть. Этого я уничтожил. Теперь вот этого будем уничтожать. Тихо.
Он специально там стоит, выжидает. Ух ты. А я хотел тебе помогать. Ехать уже. Щелкнул его.